Уважаемые друзья, до начала показа осталось 5 минут. Просим вас занять свои места.
Дорогие друзья, благодарим вас за то, что в этот вечер вы с нами. С крупнейшим в России творческо-благотворительным проектом компании МТС «Поколение М». Дмитрий Горбунов. Я хочу сказать вам большое спасибо и всей вашей команде МТС за то, что я стою здесь, на проекте «Голос». И хочу сказать вам большое спасибо за то, что я здоров. Мы представляем Краснодару новую коллекцию мастера поколения М, выдающегося российского дизайнера Юлии Далакян. This world were mine. If this world were mine, I'd give you anything. I'd give you the flowers, the birds and the bees. That would be all I need. If this world were mine, I'd give you the flowers, the birds and the bees. That would be all I need. If this world were mine, if this world were mine, if this world were mine, I'd give you the flowers, the birds and the bees. That would be all I need. If this world were mine, I'd give you anything. I'd give you the flowers, the birds and the bees. That would be all I need. If this world, this world were mine,
We'll be right back.
дизайнер, мастер проекта поколения М Юлия Толокян. Друзья, мы приглашаем на подиум руководителя стратегических коммуникаций МТС, лидера проекта поколения М, Елена Новожилова. Друзья, ваши аплодисменты. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, Краснодар. Просто ура, друзья. Я с радостью, огромным удовольствием еще раз приглашу на сцену нашего мэтра, дизайнера Юлию Толокян. Встречайте, это мастер поколения М, где каждый ребенок России, да, каждый ребенок России может стать учеником Юлии Толокян и представить осенью в Москве свою собственную коллекцию на крупнейшей модной площадке страны Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Достаточно загрузить свой эскиз на конкурс Fashion поколения М, и если он выполнен талантливо, он не останется незамеченным профессиональным взглядом наших мастеров, одним из которых выступает Юлия Толокян. Друзья, я знаю, мне сказали, что есть в зале дети, активные участники поколения М. Где вы? Где вы? О, вот они. О, неожиданно. Привет, спасибо. Спасибо, что вы растете активными, творческими и еще и неравнодушными и добрыми детьми. Вы вчера были на мастер-классе Юли? Да. Понравилось вам? Очень. Серьезно? Вы работы позагружали свои? Да, я загрузила несколько работ. Ждешь результата, волнуешься? Да. Ну, умница. Будем надеяться, что ты понравишься мастерам, что твои эскизы оценят. В любом случае, вчера была полезная встреча. Я знаю, с какой отдачей работаешь с детьми. Юлия, ты почувствовала, что ты приобрела новые знания? Да, я посмотрела на то, как работает Юлия Толокян. Мне понравилось это. Я приобрела несколько ответов на полезные... Полезные ответы на свои вопросы. Да. Полезные ответы на свои вопросы и на вопросы других участников. Мне очень понравилось. Ну здорово. Друзья, Краснодар попал в пятерку счастливчиков городов, куда мы привезли дизайнеров вживую, где они работают с детьми не только в онлайне, но и смотрят их работы, оценивают, дают рекомендации. Это действительно чудо. Это первый раз в истории, когда мы совершаем вот такой тур. Дизайнеры, плюс работа с детьми, плюс инновационные технологии. Кто опробовал 3D-реальность внизу? Кто открыл себе талант дизайнера? Понравилось? Вот, и ты, ну как впечатление? Необычно. Космос, да? Да. Здорово. Друзья, я благодарю детей в первую очередь, потому что через них живет поколение М, через них мы помогаем и тем, кому нужно содействие в какой-то драматической ситуации. Вы видели, что 35 детей получили возможность быть прооперированным благодаря творчеству тех, кто участвует в поколении М. И бесконечная благодарность нашим мэтрам, нашим мастерам. Их более 90 сегодня работает с детьми. Эта площадка общедоступна. Пожалуйста, привлекайте своих детей, говорите о таких возможностях. Я низко кланяюсь Юлии Толокян за то, что она сегодня здесь, с нами, в Краснодаре, за то, что это не только мастер с большой буквы, за то, что это человек с большой буквы.
Спасибо за такие приятные слова. Мне со своей стороны хочется сказать, что это очень здорово. В такую символичную, кстати, вот неделю, которая наступает буквально перед Пасхой, поучаствовать в таком прекрасном проекте, который действительно вот такой бескорыстный, чистый, красивый. И то, с какой радостью я вчера вот все это видела, и видела радость детей, которые меня слушают очень внимательно. И это не то, чтобы было просто радость моего какого-то самолюбия, а радость того, что мои знания нужны. Это очень здорово. И я готова этими знаниями делиться, и также бескорыстно и дальше. И, кстати, еще есть достаточно времени, еще до 25 апреля, еще достаточно времени загрузить свои работы, и мы их обязательно все оценим и посмотрим. И не надо стесняться того, что у кого-то есть профессиональная подготовка там на уровне техникума, училища или художественной школы, или ее нет. Талант, он виден в любом случае, даже на уровне совсем детских рисунков. А если вы еще и напишите к этому небольшой комментарий, о чем вы думали, когда это создавали, то это будет дополнительно очень важно для нас. Делайте это, ничего не стесняйтесь, и это отличный шанс расти и двигаться дальше. Ну что, друзья, спасибо поколению М за этот вечер и за возможности, которые проект открывает перед детьми всей России. Встретимся онлайн на площадке поколения М. До свидания.